Че ты перезагружал вообще? Ну и чё за тишина? Я его слышу, но не вижу! Кого ты слышишь? Тебя! С твоим крюком! Так слушай, крюк есть у всех, если ты вдруг не знала. Да, его используешь только ты и я, поскольку это точно не я с крюком сейчас играю, это ты. Это... Тасик, это не я! Да подождите, хватит подыхать настолько! Меня убрало! Я не слышу, что ты горишь, я только выстрелы слышу, Стасик! Меня банан чекает в комнате, он не даст мне выйти сейчас. Кто подыхает, сразу же включайте вот этот спектейтер, пожалуйста! Опа! Как хорошо пошло. Так, у нас Сосуна сдохла. Сдохла у нас Сосуна тогда получается. Кто у нас еще сдох? Я четко банану дуло в рот сую, как он не умирает? Хрейд, давай без этого, Хрейд, хорошо? Никому ничего не надо вот это. Не-не-не-не-не-не. Мать ты моя женщина, господи, как неудобно! Я слышал! Господи, я сейчас... Инфаркт позвоночника просто! А что так много людей уже? Да. Прости, если че. В смысле? А что это было? Она с пушкой в ГМТ, да. Ну ты все равно там же появляешься. Да. Это не считается... В смысле, она уже сдохла. Ксюха меня убила за призрака. Ты дуримонда! Да я пушку забыла убрать. Ну так, ребята, вы когда сдыхаете, убирайте нафиг пушку. Чтоб такой фигни не было. Ксюха! Сними, пожалуйста. Так, это не считается, потому что Ксюха дуримонда убила, когда она призраком была. Её же уже убили. Кто стреляет? Он на этом. О, спасибо! Он же меня видел. Спасибо. Андрюшечка, пропердушечка! Красава, отомстил. Нифига себе, просто 2 килла! Как его назвать? То есть я сейчас за 30 секунд двух человек убил, получается, да? И один раз сдох. Ну, а я не сдох, это не ну считается. Ну и воскрес. Ну и воскрес, да. Я только что Стасик видел. Стасик, ты что вытворяешь? Где она? Стасик, я вижу Костю! Стасик, где вот Стасик, вот то, что ты прям сейчас творишь, это очень... Где Стасик? Я поняла! Минус 3! Так, подождите, а Стасик, чё, Стасик, ты чё в кустах пряталась, у меня такой вопрос? Так я в пределах... Спасибо, мне стрелял. Я на этом этаже вообще впервые нахожусь, это я какой, что за лаборатория? Не лаборатория, а. А куда мне идти? Ты был здесь, что ты мне рассказываешь? Это больничка. Это не больничка. Я была в пределах карты, вот не надо мне тут, я грибочек. Я видел, Стасик, ты в кустах пряталась все это время, я видел. Ну так я не говорю, что у меня к тебе какие-то претензии, я просто говорю, что ты в кустах пряталась. Поинтересоваться, а Валька крыса опять, я последний остался, который меня в конце убьет, да? Я не крыса. Вайка, у тебя есть все шансы заработать. Это в конце... Я всегда Авайке в конце проигрываю. Всегда. Авайка, собака сутулая. Шо я? Слушай, вы бы знали, что... Ну я ж говорю, вы бы знали. Вы бы знали, вы бы просто знали. Да, это забавно. О, вы бы такое знали. Давай так, сейчас. У меня есть идея. Так. Тихо будь! Теплее. Тихо будь! Авайка, беги! Авайка, беги! А, нет, не беги. Взял, напугал. Нет, вперед, беги! А, нет, все, не беги, все нормально. Вы что, дурачки? Нет. Есть немного. Его и да и все. Че у меня с крюком-то произошло? Ты его закинул просто как-то. Бедный крюк. Мне его жалко. Ты что за человек-паук то? Прям топ мультик. Да, слышу. Я его в детстве прям обожал, прям. Я тоже. Курочкин. Именно так, да. Именно курочкин. Знаешь, что я услышал сейчас? Что ты слышал? Курочкин. Не, это чикин курит. Курица чикин, я сказал. Ну вот. Я ж знаю то, что ты собака подписячная где-то сделал. А почему? А почему у меня не сработало? Скажите, пожалуйста. Не сработал. Я смол кинул. А, ну это да. Это магия. Бедный смог.
А, все, уже нокаут прошел, ребят, как неинтересно. Так потому что я бегаю, а он закрысился 100% где-то. Я тоже бегаю. Я тоже бегаю! Чтобы вы понимали, вы просто бегаете туда-сюда, и вот и все. И никак не пересечетесь. Друг от друга, чтобы вы понимали, причем. Айка, ты же понимаешь, что это не сможет продолжаться вечно, ты это понимаешь? А сейчас совершенно не смущаюсь, что еще смог видел, да? Какой смог? Хорошо. Который ты кинул. Ну, который застрял. Он сработал только сейчас. Хорошо, давайте пока вот... Минус 4 за игру, минус 4, Айка! Что? Откуда? Подожди, покажи мне откуда. С энергетика. Чтобы вы понимали, вы минут 5 в этой пятиэтажке бегали. Да, один на крыше, другой на последнем этаже. Потом второй ушел, второй на крышу поднялся. Первый раунд за мной, отлично, идите дальше, прячьтесь. Как дела, ребят? Помолчи, пока не родила. Аня, уйди! Аня, просто сиди, мой тебе совет. Костя пошел в жопу. Хрейт, умри. Хрейт, ты реально забыл походу в снайперов, да, играть, как я понимаю? А у меня настроения нет сейчас. К смысле нет настроения, где оно? Оно потерялось сегодня. Мы с Аней в одном месте с Хрейтом. Мы с одной... Чё ты сказала? Я испугалась. Я другое услышал. Что ты услышал? Не знаю, не важно. Чё ещё слышал пулю по мне? Она испугалась, сказала. Да откуда? От её блюда. А где была Машенька, скажите, пожалуйста? Я видел, как умерла Мия в другом конце карты, в окне. Ё-моё, Маш, ты... Ты как? Я пойду, пожалуй. Ты знаешь, откуда она её убила? Откуда? А вот я знаю. Ну и откуда? Подожди, пока я тут куковал, пока я ничего не делал, пока я выслеживал людей, сдохло больше половины, да? Ага. И остался опять крыса Вайка, крыса Лера и крыса Стасик. Я не крыса, Херейт может подтвердить, он за мной следил. Да. Жопа. А где доказательства того, что я крыса? Потому что ты крыса крысная. Как тебе на кране там? Ну вы понимали? На кране катается, что с ним делать? Кого-то спасибо за подкаст, кстати. Чего? Я пересмотрю этот момент на стриме. Я должен это Стасик, спасибо за подсказку. Такой вопрос с ноускопом? Ноускопом двоих просто во время катания на крюке я стрелял в... Слушай, вот если бы этот момент был бы на два стрима раньше... Раньше, то с этих моментов бы офигеть, какие нарезки можно было бы сделать. Что? Привет, Эд. Привет. Понимаю, ты где? Я в него попасть не могу. Я сейчас на стриме увидел это. Это невозможно. Это офигеть, да? Это ты что сделал? Два раза сначала стучай до чайника, потом стучай... Андре вообще в окне там был! Бедный Андре. Аси. Что? Ты прям да. Я понимаю, я его вижу, но я не понимаю. Да я знаю, что ты его видишь. Карусель, это радость для нас. Просто карусель смерти. Слушай, я тебе так предлагаю. Давай мы проверим твой компьютер на чипе. Я не верю, такое невозможно. Я не верю, такое невозможно. Я не понимаю, что происходит. Это прицел или ноускоуп? Сейчас это прицел был. А, ну ладно. Это знаете, кто... Такой вопрос, ты Стасика видишь? Нет, я не знаю вообще, где Стасик. Врёшь, ты в неё целишься. Нет, я не в Стасика целюсь. Я же вижу, кого ты целишься. Я не знаю, где Стасик, честно. Просто в миллиметре от меня. Вот я сейчас в тебя вселюсь, и я буду смотреть, куда... Хорошо, вселись. Только если у меня пушка в руках, не обессудь. Да я в тебя попасть не могу.
Не убей меня! Постараюсь. Но не постарайся, не убей! А на какую кнопку в человека заходить? Да просто тыкай на него левой кнопкой, должно попасть. Только... Вытащи. Он же не легал. Чик попадёшь. Он уже не... Я понимаю! Он уже не Человек-паук, он уже этот Тарзан. Скажи, сколько у нас... Ха-ха-ха-ха! Еще одно доступное? Маунгли, блин. Я мой понимаю, совет не подходить к нему. Я не знаю! Я застрял! Слушай, сними футболку, серьезно. Ты реально будешь тогда Тарзаном. Я не понимаю. Он Маунгли. Я в него три обоймы уже всадила. Если это убивает Стасик Ноускоп, я ему пиццу покажу. Он же хотел не заказывать ему пиццу. Хорошо. Он не хочет пиццу, Костя. Бургер закажу. Если он сейчас убивает Стасика, то... Я роллы ему закажу. Во, роллы. В таком случае у него будет второй раунд в кармане, и мне придется петь его на пиво. Ты её сейчас ноускопом убил? Перезаряжалась. Ты её ноускопом убил или нет? Скажите. Да я в него четыре обоймы всадила. Четыре обоймы! Подожди, стой. Я сейчас на стриме чекаю, подожди. А, подожди. А в таком еще и выживание прикол. Ну да. Выживание все-таки? А в чем я мог быть? В креативе. Четыре обоймы. Слушай, я, подожди. А может нельзя попасть? А, нет, прицел. А, не, можно. На прицел. Я пять человек убил с крана. Это, я могу заявить то, что это лучший мой раунд за всю историю снайперов. И почему он происходит на стриме, а не в ролике? Давайте мы сделаем здесь... Давайте мы здесь сделаем граффити, как в игре. Ладно, неважно. Это мой лучший раунд за всю историю, да? Я не знаю, как я убил оттуда Андре, который был на другом конце карты. Я не узнаю, как я убил чайника, но это обосраться, короче. Ну, давайте реально граффити тут сделаем, короче, такое. Да, вот что я предлагаю. Давай мы, короче, один раунд из серии нафиг вырежем и вставим этот момент. Реально, давайте я вот в следующей серии вставлю вот этот вот раунд. Это офигеть просто. Давайте теперь мы каждый год отмечать эту дату как день рождения. Давайте. Давайте реально вот 7 сентября каждый год отмечать как раунд крана. Это как 3 сентября. 3 сентября переворачиваем календарь, а 7 сентября раунд крана. Давайте так и сделаем. Смотри, подожди, это единственное. Смотри, видишь? Крейт, давай, у нас третий раунд впереди, да. Смотри на кран, вот смотри на кран, смотри на кран. Ну. Ну он же похож на цифру 7 чем-то. Ну, реально. Кстати, да. Ну да! Да, цифра 7! Это знак! Это знак! Все, идите, прячьтесь! У меня два раунда в кармане уже! Это самый лучший раунд за историю снайперов. Ну и на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был по-прежнему я, Грик. Всем пока.